Что это было? Во имя Исмира, ты заплатишь! Что тебе в лесу не сиделось, эльф? Ты что-нибудь знаешь об этом доме? Может, кто-то входил или выходил? Я страж Стендара. Мы думаем, в этом доме собираются даэдра поклонники, проводят ритуалы и прочее. Я как раз собирался идти внутрь. Хорошо бы, чтобы кто-то прикрывал мне спину. Иди за мной и будь начеку. Даэдра – могущественные и коварные создания. С ними никогда не знаешь, чего ждать. Свежая пища, нет пыли на мебели. Тут кто-то был. Недавно. Но те, кого я спрашивал, говорят, что никто не входит и не выходит. Стой! Ты слышишь? По-моему, звук был оттуда. Вот оно что. В доме кто-то есть. Значит, мы приближаемся к истине. Выходи! Мы знаем, что ты здесь. Есть другая дверь. Проверь, не удастся ли ее открыть. Стендар милостивый. Это необычный даэдра. Нам понадобится помощь. Слаб! Он слаб! Ты силен, сокруши его. Сначала ты, давай, пошли. А? Что это было? Да, твоя награда ждет тебя, смертный. Дальше вниз. дальше, в недра. Близко. Твоя награда ждет. Ничтожество. Думаешь, Молаг Бал, лорд порабощения, так легко наградит тебя? Что ты видишь из своей клетки? Говори. Да, это алтарь. Люди будут приходить и приносить мне в жертву презренных. Сильные накажут слабых. Но даже у лордов Даэдра есть враги. Жрец моей соперницы Боэтии осквернил мой алтарь. Теперь ты здесь, и ты положишь этому конец. Месть? Нет. Я хочу подчинения. Хочу, чтобы жрец, который сделал это, встал на колени и отдал мне свою душу. Он приходил проводить на моем алтаре грязные ритуалы Боэтии. Потом пропал. Но его поймали и пленили, бросили гнить в темнице. Спаси его, дай ему провести ритуал еще раз. И когда он придет, мы будем его ждать. Такое не каждый день увидишь. Ты. Тебе велели меня убить. Заколоть могучего Логрольфа, пока он связан, как баран. Спасти? Никто не знает, что меня схватили. Кто тебя подослал? Темная госпожа прислала тебя. Погоди. Алтарь Молага Бала Ну, конечно. Мне срочно надо в Маркард. Освободи меня! О, свобода, наконец-то. Теперь прочь с дороги. У меня дело. Твоя жизнь закончится здесь. И все? Лучше можешь? Таких, как много врагов. Люди все время пытаются меня можешь одолеть того, кто верен Боэтии? Я уже побеждал в этом бою. О, но на этот раз я не один. Локральф. Что? Ты? Смертный. Я даю тебе свою булаву, напитанную проржавевшей сломой. Сокруши дух в костях Логрольфа, заставь его склониться передо мной. Не повторюсь! Никогда! Ну, чудовище! Чего ждешь? На! Смертный! смертные! Какие у вас хрупкие, дряблые, жалкие тела! Попробуй еще раз! Я не сдался! Не стоило сюда приходить! Я не сдался! Хватит! Я сдаюсь, Молаг Бал. Я сдаюсь. Ты склоняешься передо мной? Да! Ты вверяешь мне свою душу? Да. Ты отринешь жалкую и слабую Боэтию? Да. Теперь ты мой, Локральф. Убей его. Хватит. Хватит. Нет. Булава Молага Бала. Я дарую тебе ее истинную силу. Когда твои враги падут перед тобой сломленные и окровавленные, я увижу это. Теперь мне пора в Обливиум. Нужно забрать кое-чью душу. Следи за домом, пока я не вернусь. Ха-ха-ха!